Привет, друзья мои. Так, ну что, у нас сегодня начинается работа с населением. И сейчас у нас предстоит очень интересный адрес с большим ассортиментом фарфоровых чайников. Трио, там, самовары фарфоровые. Ну, по моему мнению, довольно интересные вещи. Но самое интересное в этом адресе, это то, что этот адрес мне скинул мой подписчик, коллега Роман. За что ему отдельное спасибо. И знаете, для меня вот эти вещи, они говорят о том, что все-таки есть люди, которые мыслят так, как и я, и понимают, что вместе мы сделаем намного больше. И когда вот тупая человеческая жадность не будет диктовать условия в каждом из нас, то тогда смогут зарабатывать все. Человек приехал на адрес, он мой коллега, он занимается примерно тем же бизнесом, что и я. Ну, может, это как бы побочный такой бизнес, я не знаю подробности. Мы, к сожалению, еще не знакомы, но непременно в ближайшее время мы познакомимся. И вот он приехал, он забрал то, что интересует его, и с удовольствием поделился со мной адресом. И, честно, для меня это был сначала какой-то небольшой шок, потому что то, что я увидел там на адресе, классные вещи, на которых 100% можно заработать. Я не скажу, что они там уходят как горячие пирожки, но тем не менее это все продаваемо. И человек мог спокойно это все забрать и заработать себе денег. Там по сути, я могу ошибаться, но по сути там, наверное, вся коллекция барановских чайников. Трио, там пары, вот эти один на один. То есть все возможные, в всех интерпретациях, которых они были. Это, по сути, готовая хорошая коллекция, которую рано или поздно можно продать и за хорошие деньги. Но, тем не менее, человек просто скинул мне фотографии, сказал: «Димон, интересует, пожалуйста, заезжай, вот адрес, вот телефон, общайся, договаривайся». Приблизительные цены я озвучил сразу по фотографии, человека устроило, и вот я еду. Конечно, если будет возможность отснять на адресе, я это все отсниму, и вы это все увидите. Но не знаю, будет такая возможность, не будет, но в конечном итоге мы однозначно покажем вам, что мы приобрели. Я думаю, это будет интересно. Поэтому, ребят, это для всех вот как показатель, да, того, что вместе мы сможем добиться большего. Точно так и я отдаю адреса, с которыми не справляюсь. Казалось бы, да, ну вот я ж вроде торгую всем. Нет, ребят, я не имею сейчас возможности забирать дорогие лоты. Именно действительно дорогие, такие как ордена. Забирать их за копейки у людей у меня совесть не позволяет, а заплатить достойные деньги я сейчас не имею возможности, поэтому такими вещами я с удовольствием буду делиться. Все возможные значки, это тоже не моя тема, я в них особо не понимаю. Поэтому, ребят, кого что интересует, пишите, давайте сотрудничать, давайте работать вместе. Мы однозначно добьемся результата больше, чем каждый из нас поодиночке. Так что мы, собственно говоря, выдвигаемся на адрес. По возможности вам все покажем. От вас, конечно, ждем подписочку, лайк, комментарий. Не забывайте про колокольчик, потому что многие пишут: «Димон, а как я пропустил видео?» «О, у тебя новое видео, а я уже не видел». Потому что не нажали колокольчик. Так что, ребят, нажимайте колокольчики, не забывайте. А мы погнали на адрес. Так, ну что, приехали мы на адрес. Это новые дома. Блин, классно было припарковаться. Можно было бы здесь. Я прошу прощения, это 10-й номер? Да, спасибо.
Так, ну что, буду звонить. Еще раз здравствуйте. Я вроде под подъездом. Синева анализы, да, тут. Ну, я вот так. Кьяна, а какой этаж у вас? 19. Угу, все понял, спасибо, захожу. Угу. Вот, друзьяки, мы едем в далекие края. Я надеюсь, здесь нас ждет удача. Мы точно что-то купим интересное. Погнали, посмотрим, постараюсь снять. 1947 год. Это натуральная шерсть, ручная работа. По строчке очень хорошо видно, да, тактично. Уже видно, видите, это ручное. Неровное, видите, это как-то рука. А это вы в таком виде и приобрели ее, да? Или она... Это реликвия, семейная реликвия. Угу. Да, очень крутая. А она получается... А, вот это вторая сторона. Это прям... Еврейцы, да. Вот это основная. О, вот это прям вообще... Рама... старинная, но не давность, наверное, 40 лет раме, наверное. А в какую стоимость оцениваете данную, ну вот, картину, так скажем? Эта картина 650 евро. 650 евро, да? Антиквариат? Угу. Тот, который делал это, который нету, этот мастер, Агахан Якуби. Это персидский мастер. Мастер по коврам, по ручной... Агахан Якуби. Вот это сделал... Это было по календарю, персидскому календарю, производство 1325 года, если не ошибаюсь. Там другой календарь. Солнечный. Ну, я знаю, я знаю. Солнечный календарь. Поэтому эквивалент, когда перевели, это 1947 год получилось. Да. Это действительно, это старинная вещь. Очень красивая. Такую вещь могут на Запад продавать за 3-4-5 тысяч баксов. Это, вот эта информация выйдет на канале, мои ребята увидят, и я думаю, что кого заинтересует, они отпишемся. В любом случае, ну вы же понимаете, YouTube это вещь такая, сегодня тихо, завтра, конечно. Поэтому, тем более, если это, ну как бы не горит, то тогда мы ее продадим 100%. И вообще, такие вещи, если вы захотите что-то продавать вот уже такого уровня, то лучше всего это продавать вот таким образом, потому что... На Петровке это не оценят достойно. Да, да. Как только вы начнете предлагать кому-то, будут предлагать копейки за это. Абсолютно. Согласны со мной? Абсолютно. Потому что вот такие вещи нужно продавать с канала. Я не сторонник, как бы там, вот канал, там какую-то наживу, ради бога. Для меня это контент, я могу показать людям интересную информацию, которую они увидят. Для вас это возможность продать. Захотите там отблагодарить, это ваше дело. Нет, у нас сейчас взаимовыгодно. Я показываю контент, вы продаете товар. Этот вопрос решаем. Поэтому мы в этом плане все решим. Я заодно сразу покажу, что мы сегодня приобрели. Чеканок много, шкатулочки вот такие. Так что, ребят, залетайте. Коллекция. Готовая коллекция шкатулок, по сути. Кто захочет, приобретайте. Будет очень классно. Ну, как-то так. Колян собирается у нас. Так что все. Да, вот такая вот закупочка у нас сегодня. Очень классная закупка. И очень много еще чего осталось. Мы договорились с Яном о том, что мы это все дело заберем. Я заберу у него за несколько раз. И думаю, что все останутся довольны. По крайней мере, в принципе, я давал ему адекватные деньги, практически те, что он просил, те я ему и давал. По моему мнению, это очень классный, порядочный человек, с которым приятно иметь дело. И самое важное для меня, что я эти вещи все получаю, знаете, вот с позитивом, с желанием человека расстаться с этими вещами для того, чтобы они могли еще кому-то послужить. И я не чувствовал ни грамма какой-то жадности, знаете, когда бывает, люди начинают считать чужие деньги, а вот сколько он заработает на этом, а я же столько потратил за это. Поэтому
Ян, если вы будете смотреть это видео, вам огромное спасибо за то, что вы такой человек. И так классно, легко с вами иметь дело. И как вы думаете, друзья, кого мы сейчас увидим? Вот как? Вот у кого какие предположения? Кто сейчас нарисуется в кадре? И это Микеша! Не угадали. А это... А кто же это? Ну ладно, не буду вас мучить. Вы увидите сами. Явление Христа народу. С бодрым утром. Какой свеженький, ептать. Какой похудевший. Просто красавчик. Драл Татьян просто. Вернулся! Драл Татьян вернулся! Я вернулся, ребята. Привет! Говори привет. Привет, мой гусик. Ты моя лапочка. Здравствуй, братан. Ну что ты, родной мой, как дела? Ну так, сколько дел тыла? Ну что ты? В чем же мне покаяться? Где лазил? Где был, говори, блядь. Ребята, был в аду. Кто такой ад? Бухала падла. Да не бухал, я вышел. Посмотрите, разве это спитое лицо? Нет. Ладно. Депрессия. Все, мы тебя ждем. Мы тебя ждем. Все спрашивают про тебя, кстати. Все уже задолбали меня. Где Жека? Где Жека? Где Жека? Пока. Пока. Все, мы в строю, ребята. Все, завтра жду тебя. Хорошо. Давай. Спасибо. Так, друзья, ну что, добрались домой. Вот более маломайски разложили всю эту требуху, так сказать. И хотим вам показать, что же нам сегодня удалось купить благодаря моему подписчику, коллеге, который поделился с нами информацией о том, что человек распродает много чего интересного. Погнали, посмотрим. Немножко подсвечиваю фонарем, потому что мало света, поэтому если там луч падает. Так, вот такая картинка Мане. Это такие две деревянные папки, не знаю, для фотографий каких-то сделанные. Просто две деревяшки в виде книжечки. И большое количество чеканок. Четыре корабля есть. Я знаю, что многие интересуются корабельной темой. Свет мой зеркальце тут. В общем, много разных. Три чеканки «Материнское счастье». В общем, вот такие чеканочки, как вы можете видеть. Интересные. Вот такие чеканки. Вот такие вот литые игрушки. Ой, игрушки, говорю. Настенные такие композиции. Это прям литье такие. Вот такая вот витражное стекло. Такое витраж. И такие картины из соломы. Очень прикольные картинки. Вот такой корабль. Довольно больших размеров. Где-то 30 на 40. Ну и вот такие вот картинки. Настенное панно, так сказать. Пиратские, казацкие головы. Такие вот мельхиоровые рюмочки на подносике. Вот такая вот лампа. Штофик с рюмками ЛФЗ. Штофик с чашками коростынь. Ваза полонная. Вот это вот интересный штофик такой. Беленький стоит. Это коростынь. Довольно старенькая. Очень прикольная детализация такая. Вот такая штучка. В общем. Потом дальше. Вот такая вот, кто знает, вот вещь такая. Это радиоточки. Они четыре одинаковые радиоточки. Довольно интересного исполнения.
Это шпон, насколько я вижу. Очень интересно. Честно говоря, впервые видел такие экземпляры. Еще одна чеканка. Довольно большая. И очень большая коллекция шкатулок. Очень довольно интересные, классные шкатулки разной тематики. К сожалению, очень жалко, что некоторые из них, они такие слегка какие-то, видите, в пупырку были замотаны, и на некоторых остались следы. Ну, очень интересные шкатулочки. Все, это лесная фея. Это, например, у нас непонятно что. Так, это росинка. Это полевая царевна. Это Светлана. Ну, в общем, много интересных. Есть одинаковые. Вот, например, еще одна такая же. И вот название у лукоморья. Еще вот такая чеканка. Довольно интересная. Вот такая чеканка. Нефертити. Вот такая чеканка. Вот старая картина. Такая выполнена. Довольно интересная. И вот такие композиции. Вот такой корабль. Это все литье. Оно такое тяжелое. Здесь такая ракушка-подсвечник. Роза ветров. Вот такая композиция. Ну, в общем, вот такая закупочка у нас сегодня была. Я не знаю, понравилось вам, не понравилось. Кому что интересно, пишите. Есть очень вот интересная чеканка. Прям клеймо, я так понимаю, мастера стоит. Вот. Я так понимаю, это Ева. Срывает яблоко. А это вот такие книжки, как я вам говорил, что открываются просто такие, опа, видите. А здесь точно так же, только обшита материей. Ну, как-то так. Я думаю, братцы, однозначно лайк. Ну и если кого-то что-то интересует, мы готовы вам это продать. Пишите, звоните. Я думаю, что все будет хорошо. Ну вот, друзья, вот такой денек сегодня у нас. Позитивненький, я бы сказал. Вернулся наш всеми любимый Драл Татьян Евгений. И надеюсь, что больше он пропадать не будет. И все мы будем дружно вместе, как обычно, проводить время, работать, развиваться, жить, поживать и добра наживать. На сегодня наша работа заканчивается. Мы выдвигаемся в сторону дома. Надеюсь, вам понравилось наше похождение. И вы, конечно же, поставите нам лайк. Ну, или дизлайк, кому как угодно. Подписочку. И комментарий оставите, что вы думаете по поводу наших покупок. Ну, а мы прощаемся с вами. Пока-пока. Коляба.